Hello, my friend. Welcome in London. My name is Anna Minderina. I'm a jury, Golden Time International, and I am artist. Добрый день. Меня зовут Анна Минderina. Я художник. Я состою в списках жюри Golden Time International. И я оцениваю ваши работы. Значит, что я хочу сказать в общем? Я очень довольна вашими работами. Меня многие из вас приятно порадовали. Многие из вас очень талантливы. И особенно мне хочется отметить Наталью Валенсия. Наталья Валенсия делает платки. На платках вышивает картины. Мне очень было интересно наблюдать за вашей работой, потому что я думаю, это стоит больших трудов и затрат времени сделать произведение искусства на платке, передать цветовые гаммы, переходы. В общем, ваша работа меня приятно удивила. За эту работу вы получили, соответственно, высокий балл. Также меня очень-очень приятно удивила и порадовала работа A&I Polak Art. Извините, может быть, если неправильно что-то выговариваю. Все три работы я восприняла... Ну, в общем, на ура. Каждая работа меня заинтриговала. Особенно самая первая, это уточка или индюк какой-то из какого-то другого мира. Невероятное сочетание красок. На нее хочется смотреть и смотреть, потому что работа завораживает. Реально завораживает. Ее можно смотреть бесконечно. Я с удовольствием вашу работу взяла бы себе и повесила у себя в комнате. И наблюдала бы за ней очень долго. Потому что она очень такая сочная, очень такая вот наполняет каким-то вот позитивом. Сочетание цветов, переходы, тень. Вообще все сделано на очень высоком уровне, я так считаю. Также мне понравилась работа Аделина, так, возможно, неправильно прочту, Кадши Савопула. В работах были показаны спортивные направления. Мне очень были интересны мазки, передача цвета, характер, сильный характер спортивный передан был в работах. В общем, мне очень понравились ваши работы. Двигайтесь в том же направлении. Я с удовольствием оценю последующие ваши работы. Мне очень понравилось. То есть, действительно... В работу была вложена душа, характер, настроение, все было передано. Также мне понравилась работа Александра Телизина. Достаточно талантливый подход. Алена Шамайка. Алла Волохдина. Анна Бочек. Ирина Липкин и Лия Ахметгариева. Также у меня здесь помечена Мария Шалутка. Все ваши работы достойны уважения. Они были сделаны на высоком уровне. Вы действительно очень талантливы. Мне очень приятно наблюдать за тем... Сколько талантливых людей имеется в мире, ваш подход, ваша отдача. Идите в том же направлении. Я желаю вам удачи. Я с удовольствием оценю последующие ваши работы. Буду с вами сотрудничать. С уважением. Golden Time International желает вам удачи. И с радостью увидимся с вами снова. До свидания.